В Гродненском горисполкоме прошла онлайн-встреча с местными властями и представителями деловой общественности города Кали. Это Колумбия. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Во внешнеторговом обороте нашего города порядка 50% занимает Россия. Эти связи с каждым годом крепчают. При этом город, открытый для новых международных контактов, рассказали в исполкоме. Колумбийский Кали пока площадка неизвестная. На первой онлайн-встрече представители двух стран оговорили перспективы реализации совместных проектов. С колумбийской стороны в видеоконференции участие приняли порядка 20 человек. Они также выражают большую заинтересованность в сотрудничестве по различным направлениям. Это как вопросы социальной сферы, вопросы экономики, развития туризма, темы умных городов, обмена студентами. Мы пока еще только это пробная первая встреча. Договорились о том, что будет подписан ряд рамочных документов, которые в дальнейшем позволят нам устанавливать более тесные связи между специалистами, между какими-то организациями. Ну и будем пробовать. Опыт работы гродненских университетов, новые технологии и разработки белорусских ученых – наша продукция. Во всем этом международные партнеры, безусловно, заинтересованы. Гродно же готов перенимать опыт других городов.